Ребят, всем привет! Всем привет! Всем привет! Последний выходной день, мы направились погулять в торговый центр. Вот мы доехали на 7-й ветке. Это новая открывшаяся ветка здесь. Здесь так планируется, все круто, ремонт. Б-выход закрыт, мы вышли через А. Станция называется Нанцун Ванбо. Станция называется Нанцун Ванбо. Он тут предлагает ребятам жилье, видимо, строящееся, да? Вот. Погуляем, дети в игровую комнату пойду, да? Да! Вот. Что-нибудь поснимаем, сегодня у нас выходной день. Погуляем, поснимаем что-нибудь интересненькое. Мы еще не обедали, и многие наши зрители очень любят смотреть про еду. Да, снимем. Хотя... еду снимем. А что хотите покушать, девочки? Что-нибудь сладенькое. Детям лишь бы сладенькое было бы, да, Кать? Неважно. Им не важно, что, лишь бы сладкое было. Ладно, идем. Мы идем вот в это место, Ванда Плаза. Она находится вот здесь, но из-за того, что выход закрыт, нам придется либо там на автобусе, либо как-то еще ехать туда. Да, ну здесь, я так думаю, круто будет вообще, да? А, Б, выход, да, и попадаешь просто в какой-то район. Торговые центры, кстати, строятся... гардены новые строятся, там вообще котлован вырыли. Я так поняла, что планируется что-то вроде магазинов на воде, типа Венеция будет. Венеция, в Китае. Вот такое дело планируется здесь. Вот. А, внутри точно в торговом центре. Да, в торговом центре прям. Несмотря на то, что здесь еще продолжается стройка, здесь достаточно активное движение, очень много народу. Здесь, видимо, недалеко жилой комплекс находится. Очень много людей здесь живет. Ну и также торговый центр очень крупный, в котором люди приходят и провести время, покушать и так далее. Моют. Пахнет моющим средством. Да, вкусненько пахнет. Да, вкусненько пахнет. Окна моют. Если вы жалуетесь на работу, то посмотрите вот на эту работу. И не жалуйтесь. Еще все ремонтируется, но когда все это отремонтируется, здесь прям так будет уютненько и очень прикольненько. Здесь был крабовый ресторан, его почему-то закрыли. Непонятно. Здесь идут фудкорты, вот получается, вот по этой линии и по этой линии. А также можно, если повернуть направо, можно попасть в торговый центр. Именно Ванда Плаза. Торговый центр давно уже работает, несмотря на стройку. Вот какая-то детская игровая зона. О, здесь прям очередь, Кать, смотри. Вот это очень популярно. Сейчас в Китае в торговых центрах ставят, частенько видел, такие строения, ну, такие вот аттракционы именно в торговых центрах. То есть цепляется, получается, страховка, и пошел ребенок, пошел он по всяким препятствиям. В принципе, прикольно. Не просто там что-то там прыгаешь, это, а уже занимаешься спортом. Лазишь, учишься цепляться за все. Слушай, ну сегодня воскресенье, да, и прям народу очень много. Нам дали вот такие наклейки. За что? Я не знаю. За что тебе дали такие наклеечки? Открылся новый магазин, и они раздают подарки. А-а-а. Смотрите, как это сверху выглядит. Посмотрите, ребята, корабль. Ой, там можно посидеть. Там можно посидеть, да, ресторанчик прикольно оформлен. Китайцы умеют, да, оформлять? Мне нравится. О, а здесь, смотри, здесь не одному играть, здесь на несколько людей. Сколько здесь народу играть, Коля, спроси. Сыгран. 4 человека, короче, можно поиграть. Прикольненько. Смотри, какие веселые велотренажеры. Одеваешь маску, ага, и погнал. О, прикольно, слушай, и там, ну, там, видимо, природа какая-то, да, будет? А может быть, надо будет убегать от каких-нибудь монстров? Не, мне кажется, просто. А вот разносчик газет. Видишь, где? Игра? Paperboy. А, ничего себе, прикольно. Это хорошая игра у него. А он, видимо, презентацию сейчас покажет. 50 юаней стоит одна игра. Что делать надо? Вот презентация, смотри. Вот, выбираешь оружие и пошел. Это там играть? Здесь. Джелли? Yes. Здесь. А-а-а.
одеваешь очки, встаешь и погнал. Это известный бренд мороженого Dairy Queen. Мы кушали его в Таиланде. У них фишка, они переворачивают мороженое вверх ногами, показывают, что мороженое не выпадает из стаканчика. Я читаю комментарии, ребята. Мне понравился комментарий. Навряд ли Виктор найдет себе русскую жену, которая с ним лапы будет есть. Найдет. Я тоже думаю, найдет. Да. Ну и выше она написала, блевануть можно. Что? Блевануть можно? Да. От лап? От лап, но в чем? Лапы это вкусно. А вам, девчата, что сейчас понравилось? Что мы сейчас посмотрели, что вам понравилось, чтобы вы поели, да? Роллы. Роллы, кстати, это хорошая идея. Вот еще такой симпатичный ресторанчик. Там можно сидеть, кино смотреть какое-то, кушать и смотреть. То есть у каждого ресторана есть своя фишка. Здесь фишка, я так понимаю, можно фильм посидеть, посмотреть. О, прикольно. Вот, кстати, у них ограждение такое прикольно сделано в виде кружечек. Алло. А, куда? Вниз. Да, я вижу. Поля, когда ты научишься читать по-китайски, чтобы мы могли в такие места ходить спокойно, а? Чтобы ты смогла еду заказывать сама. Как? Когда? Когда, я сказал. А ты научишься. Когда? Ну ты учишься же в китайской школе, а? Я так понимаю, пока сидишь в очереди, можно будет посмотреть мультик аж на 4 экранах. Это Дакаси, очень популярная сеть, тут продаются разные коктейли, чаи. Чай, очень вкусные чаи. Да, молочный чай, очень вкусный, фруктовый. В общем, мы обошли всю зону фудкорта и решили пойти в японский ресторанчик. Да, сегодня мы решили пойти в японский ресторанчик. Дети тоже согласились с удовольствием. Сейчас будем поснимаем, что мы пробуем, сколько обошлось. Вот расценки всех цветов. Допустим, вот такая тарелочка будет стоить 16 юаней. А в соус? Мне кажется, надо было в соус дочь поставить сначала. О! Да. На чем? Вкусно? Сверху вот это знаешь, как называется? Паштет. А? Паштет. Паштет? Ну да, паштет из тунца. И вверху икра лежит. Нравится? А внизу рис. Я себе взял блюдо, которое стоит 10 юаней. Здесь, я так понимаю, красная рыба обжаренная. Сейчас буду пробовать. Ну, костей очень много, но я думаю, что очень вкусно будет. Пробуем. Красная рыба жареная. Кайф. Вкусно. Я так соскучился по красной рыбе. Достаточно такие жирные кусочки. Очень вкусно. О, посмотрите, косточки. Я сейчас пробую вот такие вот роллы. Могу вам показать. Вот такой вот. Дашь мне одну? Да. Давай, рассказывай ребятам. Вкусно, не вкусно? Я, блин, не макнула в соус. Надо было макать. Надо было макнуть в соус, да? Забираю у Польки одну роллину. Поль, ну надо вот так делать, Поль, смотри. Вот, ее макнуть и... Как вкусно. Мне не понравилось, так что я убираю вот так вот с этой стороны. Почему не понравилось? Нет,
играть. Я такая игру не люблю. Мне понравилось. Так, Полька пробует вот такую рулину. Ну как? Перед... Да чуть-чуть запить, пожалуйста. Вон воду возьми. Кать, ты что? Что? Ребенку острое дала. Ну, это... она не, по-моему, не острая. Ну, вот это сверху, это острое. Так, в общем, я пробую. Остро. Ничего не остро. Что, у тебя ухо аж заболело? Вкусненько. Вкусненько. Чуть-чуть в конце остринка какая-то. И вкус кунжута, который посыпан сверху. Рис у них весь какой-то такой кисленький. Я вот такой вот пробую. И тут вот крем. Начинка какая-то, да? Да, сливки, как это. Можно, пожалуйста, попробую. И сладенько. Сладенько? Ты говоришь, лимончиком отдает, да? Ну, нет. Нет? Не кисло. Вкус какой? Крем. Крем? Ну, давай попробую. Сверху такая, как желейка такая, да? Да, да. Посыпана чем-то крошкой кокоса. Ну, такой какой-то вкусный, какой-то сливочный, кремовый вкус. Нике он понравился. Я еще возьму. Я еще. Она, кстати, недорого стоит. Она всего 10 юаней стоит. Вот. А также, смотрите, ребята, здесь такая фишка есть. Можно чай наливать. Вот таким образом раз, и сразу же кипяточек льется. Тут чай. И завариваем наш чай. Опа! Чай зеленый, да, Кать? Да, чай зеленый. Нам принесли то, что мы заказали в меню. Что-то около 35 юаней будет стоить такое блюдо. Потому что мы два заказали, они вроде бы похожи, одинаковые с виду, а отличаются немного. Ну, ладно, Поле, пробуй давай. А соус-то не макаешь, да? Я всегда забываю. Да. Ну, как тебе? Рыбка почувствовалась? Это вкуснее? Да, вкуснее. Чем сладкое? Да. Попробую вот эту зефирку. Это, я думаю, виноградная вот здесь. Виноградная? По цвету ты поняла, что виноградная? О, нифига, он такой прикольный. Сладкая, нет? Да? А вкус какой? Винограда есть? Нету, да? Просто сладенько. Ну, тебе, короче, это больше понравилось, чем ролл с рыбой, да? Я желейка и крем. Тянутся так руками. Пригласил нас на кассу. Пойдем на кассу, посмотрим, сколько вышло. 276 юаней. Мы будем оплачивать через WeChat. Я ей даю просто сосканировать мой QR-код с WeChat. Она сканирует. У меня с баланса списываются денежки. Вот мы перекусили. Сейчас мы пойдем искать игровую комнату. Пойдете. Катя, короче, заполняет какую-то анкету. Мы, в общем, решили купить абонемент. 380 юаней стоит. 6 раз можно посетить данное место. Тут получается 3 места. Это горка плюс вот эти вот шары. Потом есть типа зеркальная комната. Там и здесь вот какая-то, под, я не знаю, там игрушки какие-то. Короче, 3 места. Ну, достаточно недешево будет стоить, 380 юаней будет стоить. Я так понимаю, сейчас ты заполнишь анкету, да, и тебе выдадут карту, да? Вон она, карту да. Уже держит. Говорят, девчонки красивые. Короче, местный персонал восхищается нашими детьми, облапали их все.
дети не понимают такого внимания. Сильно, сильно много внимания. Опа, какие-то печати поставили. VIP. Ничего себе. 5 раз, да, получается? 2 они уже пошли. Потом еще в следующий день мы приедем еще 2. А один куда? Я пойду. Окей, пойду. Детей мы сдали. Сейчас пойдем прогуляемся. Мне понравилось, они находятся прямо в центре. Мы сейчас поднимемся на 3-й этаж. И мы детей будем своих наблюдать. Там есть даже какое-то кафешко, там чай. Можем чай сейчас заказать, посидеть, чай попить. И сверху с 3-го этажа посмотреть на наших детей. Все ли у них в порядке. Смотрели, смотрели. Вот наши девчата. Положил туда мороженое, миндаль. И это все дело в какой-то миксере там, в общем, сболтал. Вот, сейчас он перевернуть его должен. Thank you. Это у них фишка, короче, перевернуть. Но самое главное, не больше 3 раз. А то вывалится. Я такое мороженое пробовал в Таиланде. Оно мне очень дико понравилось. Люблю мороженое с кофе. Можешь еще раз сказать? Дубль 2. Были мы, в общем, тут недавно в Таиланде. И мне удалось попробовать мороженое. Это же фирма, да, получается? Удалось прям, посчастливилось. Посчастливилось, да. Попробуй только мороженое. Да. Это, в общем, с миндалем мороженое с кофе. С кофе. Вкусно. И миндаль попадается жареный. Не дам. Одно на двоих никак, да? Нет. Дай попробовать хотя бы. Вкуснятина. Вкуснятина? Но я не люблю мороженое. Пошли за чаем. Пошли. Чай клубничный, а внутри такие, знаешь, семечки маленькие, беленькие. Мне не очень нравится, поэтому я выбрала его. Ну вот мне дали мой напиток. Достаточно быстро сделали. Сейчас я его попробую. Сразу вкус чего? Свежая клубника. Да-да-да, я уже попробовал. Сразу же такой прям насыщенный вкус клубники. Я сейчас вам буду показывать зеркальную комнату. Давай, показывай. Мячик. Берите его всегда с собой. Дальше. Сюда, сюда. Я, кажется, не буду стукать камерой. Вот так. Hello. Сюда, сюда, блин. Вот, смотрите, как классно. Вероника, иди сюда. Покажи вон там, где мы ходим. Покажи, где мы ходим. Какой выход, как говорите нам? Это вот такой вот, типа, что? Можно тут нету сырка? Вот тут есть одно. Так что идем сюда. И мы по кругу опять идем. Вот так. Эй, сиди. Пошли. Так. Тут есть. Вот. Идем сюда. Я нашла Марика! Пошли купаться в шариках! Давай! А теперь пошлите купаться в шариках! Пошли! И мы, кстати, переодели носки. Поехали! Мы
Что там делали? Вот эта комната вам понравилась? Интересная, нет? Да. А, вон пушка стоит. Вон пушка стоит. И пена, да, идет или что? Вон еще, вон есть. А какая комната больше всего понравилась? Вот эта вся. А мне она понравилась. Зеркальная комната, да? Да, я еще такая, когда вас не было, я такая... Ну да. Тебе кажется, как будто ты в коридор заходишь, а оказывается, ты в зеркало упираешься. Да, ясно. Целуется. Табличка био. Прячем ее, закапываем. Не вылазь, сиди там. Давайте устроим челлендж. Вероника будет ночевать здесь, в игровой комнате, всю ночь. Будешь ночевать здесь? 2, 3. О, а где Вероника? Подожди, где Вероника? А вот она, Вероника. Как ты где была? Пока ребятишки тут колбасятся, я сходила в супермаркет. Смотрите, что я нашла. Суп том-ям. Ты, я так соскучилась. По Таиланду. Ты думаешь, это ерунда в банке вкусно будет, нет? Написано тайский том-ям суп. Дорого вот эта баночка стоит? 18 юаней. 18 юаней. Ну, нормально? Это водоросли. В общем, ребята, это водоросли высушенные. Они хрустят жареные, как чипсы. Жареные водоросли это. Жареные. Жареные нори. Пускай будут жареные. Ну, в общем, как чипсы. Калорий в них вообще по минимуму, ноль, наверное, даже, да? Да, немного. Вот. С пивом сама раз. Так, пиво калорийное. Это снэк не калорийный. Рекомендую. Но такую штуку только можно купить, наверное, в Китае. Нет, в России продают. Да, в России тоже. Мы в метро покупали. Ребята, посмотрите, как улочка прикольно смотрится вечером. Все вывески загораются. И так прям хочется пройтись. Хорошо погуляли. И поиграли. Ну, мы рады. Мы рады, да, Кать? Да, потому что детям хорошо. Детям хорошо и нам хорошо. Ну все, вот наш день подошел к концу. Мне очень понравилось, детям понравилось, мне тоже понравилось. Соответственно. Девчат, есть что добавить по сегодняшнему дню? Выходной день удался? Все, завтра в бой. Завтра школа, садик. Все? Работа. Работа. Сейчас мы направляемся домой. Всем пока. Да, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока, спасибо, ребята. Спасибо, что с нами. Пока-пока. Да, красиво, и она нас так выглядит. Я вообще не понимаю.